Несколько десятков железнодорожников северо-запада России второй год подряд на 3 дня сменяют форменную одежду на футболки и джинсы. С 1 по 3 июня в Петрозаводске проходил второй форум волонтеров РЖД «Добро без границ». Его участники – работники Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог. На заключительный день мероприятия приехал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Он рассказал о проектной работе по развитию транспортно-логистических услуг и внутреннего туризма, сохранению экологии и реализации инвестиционных программ. Волонтеры, в свою очередь, поделились информацией о своих уже реализованных проектах. В ходе общения волонтеры внесли предложение о создании проектного офиса или отдельной структуры для координации их деятельности. Это могло бы открыть новые возможности для обмена опытом, а также наладить прямой мост между отдельным добровольцем на местах и руководством компании. Наши волонтеры успешно справляются с поставленными задачами. Если захотят в этом направлении двигаться, мы можем пригласить коучей для того, чтобы они просто научили проектной работе, для того, чтобы двигаться в этом направлении. Сами добровольцы останавливаться на достигнутом не собираются. Буду дальше помогать людям, потому что это самое правильное решение, которое может принять человек, помочь своему ближнему. Добавим, что на сегодняшний день на железных дорогах России насчитывается более 9 тысяч волонтеров. Спасибо.